Можно уехать куда угодно, можно работать там, где больше зарабатываешь. Можно жениться, можно уехать куда-нибудь и там прожить жизнь, отдыхая и глядя на другой восход и на другой закат. Но где-нибудь, когда-нибудь, кто-нибудь, пусть не прямо в лоб, но намекнет тебе, что ты здесь чужой. Обязательно. Жить можно только со своими. Все поймут и все простят. А вы со своими еще живете? Да.